это будет первый ТикТок-альбом, как говорят, в мире, в Украине. Порадуемся за наших ребят и сегодня как дадим джазу, да? Сценарий, да? Мы сейчас, кстати, в Теплом Ламповом. Это клуб, в котором мы играли в Киеве, наш концерт сольный. Это клубная туса, то, что мы сейчас снимаем. Здесь наши друзья, здесь есть балет, вместе с нами снимается один, второй Папа Дэнс балет. Еще один балет, это «Без слов» называется. Ребята с Николаева, они слабослышащие, но они танцующие. Мы приступили к съемкам второй песни. Это песня «Пульс». На самом деле у нас такая идея была связать все песни. Все 9 песен, если вы будете смотреть полностью все, вы увидите, что каждая связана одна с другой, с сюжетом, каким-то элементом. Вот. Потому сейчас вторая песня, вот, мы все в дыму, все чуть-чуть как будто уже, как будто бы уже мы все чуть-чуть того, понимаете? Сегодня у нас первый съемочный день, все уже чуть устали, нам нужно добить еще 2 песни. Клубная история – это одна, дальше мы сейчас вот в таком уютном доме американского стиля. Илюха, давай 5. Миха, ну давай ты тоже. Прямо сейчас мы снимаем песню «Sorry». Мне будут тут раздавать лещи. Особенно, когда они так близко, особенно, когда они так, особенно, когда они так. Сейчас, хорошо, я! Сейчас будем снимать самую для меня трогательную и романтичную песню с нашего альбома грядущего. Глицерин берем. Пипеточку берем. И закапываем глазки. Да. И садим Сашеньку и смотрим просто чудесную историю любви. Вот так вот. Не плачьте на этой песне, ребята. Завтра мы, например, будем снимать песню «Хулиган». И мы придумали такую фишку, мы будем делать видео наоборот. То есть Саня у нас имеет определенный талант, он поет наоборот песни или слова переводят очень быстро. Идите, говорите, потом идете, танцуете, а все уже проехали. Только накаляется, сейчас будет трэш полнейший происходить. Расскажи немножко про съемочный процесс, про то, где это все происходит и кто это снимает. Давай. Музыка. Не грусти, отпусти. Я на твоей стороне. Ну тогда. Померяйте. Давайте так пробуем. Все снимается. Работаем, работаем, все снимается. В кадр. Я за всем слежу, ребята.